Аппарат губернатора Виктора Назарова проверит управление финансового контроля Омской области. Подозрения вызвали закупки на организацию банкетов за счет бюджета. В январе 2017 года состоялся аукцион на обслуживание официальных делегаций и гостей губернатора Виктора Назарова. Цена контракта – 1 миллион рублей. Победила компания «Третий этаж», которая выигрывает уже несколько лет подряд. Проигравшие подали жалобу в антимонопольную службу. По мнению тех, кому контракт не достался, они не уступают конкурентам в квалификации, а главное, готовы обслуживать дорогих, в буквальном смысле, гостей дешевле. Во время рассмотрения жалобы в региональном УФАС выяснилось, что претензии есть не только к торгам, которые состоялись в январе этого года, но и аукционам всех предыдущих лет, когда побеждал «Третий этаж». Вот в 2016 году Дню защитника Отечества прием на 92 550 рублей. А сколько тут чего подавали? Как определили? И аналогичное описание объекта закупки во всех тех контрактах, которые были заключены с третьим этажом. И потом непонятно, а сколько чего приняли? Получается, платили непонятно за что. Представители аппарата губернатора пояснить на заседании ничего не смогли. В итоге Омская антимонопольная служба аннулировала результаты госзакупки, а также предписала Главному управлению финансового контроля Омской области провести проверку.